Всем салют! С вами Владимир, канал «Китай стал ближе», и сегодня две посылки на распаковке. Начнем с вами с вот этой вот посылочки. Посылочка дошла за 2,5 недели. Меня вообще сейчас радует, как доставляют китайцы, когда нет всех вот этих распродаж. Посылки идут очень быстро. И давайте начнем вот с этой все-таки посылки. И эта посылочка заказана опять же супругой. Я сейчас заказываю мало. Ну, в принципе, заказы есть, но они еще в пути. Распакуем и посмотрим, что здесь. Трек номер отслеживался. Кстати, сейчас участились такие ситуации, когда китайцы дают трек номера, но трек номера вообще левые, которые ведут в Иркутск, там Новосибирск, вообще куда угодно, только не на наш адрес. Но этот трек номер именно отслеживался. Значит, что здесь? Здесь что-то пушистое. Откроем и посмотрим. Скорее всего, я предполагаю, что это шапка. Это шапка моей племянницы Анвари. Вот такая вот шапочка. Прикольная. С помпончиком. Помпончик, правда, смялся, но я думаю, его можно как-то разлохматить. Вообще не люблю шапки с помпонами, но для девочки, я думаю, это самый раз. Вот такая шапочка. Тянется хорошо. Пупончик уже облазит. Вон волоски от пупончика. Шапка с подворотом. На ощупь теплая. Здесь есть лейблик Made in China. 100% акрил. Стирать при 30 градусах. Гладить можно. Химчистить можно. Как пришит помпончик. Здесь вот торчат ниточки от вязания. Помпончик пришит, по-моему, на один стежок. И торчат тоже нитки. Помпончик пришит неаккуратно. Не знаю, как будет это носиться, но я предполагаю, что шапочка будет теплой. Поскольку, ну, на самом деле, шапка довольно-таки плотная. Единственное, что мне не нравится в китайских шапках, они крупная вязка у них. То есть они продуваются очень хорошо. При ветре, вот брал я до этого, есть у меня две шапочки, серая и черная. Они очень хорошо продуваются, и в ветреную погоду в них холодно. Хотя зимой я ходил в этих шапках, и было все замечательно, но когда поднимается ветер, на самом деле продувается голова и продувается очень хорошо. Ну ладно, передадим эту шапку своей владелице теперешней, нынешней владелице, а мы продолжим открывать вторую посылку. Вторая посылка, это осталась с прошлой распаковки, я ее забыл распаковать. Отправление Чинапост было простым отправлением, шло оценено в $1, что-то недорогое, честно говоря, не знаю что, опять же, заказано было супругой, так что давайте откроем и посмотрим, что же у нас пришло. Ух ты! Это здесь все, а это у нас, я так понял, такие пазлики, конструкторы с буковками, с английским алфавитом. Нафига нам английский алфавит, это мы пока не знаем, но пригодится. Русский бы был, конечно, интересней. Посмотрим, что мы тут имеем. Мы имеем цифры, мы имеем буквы. Давайте откроем и посмотрим, что же еще здесь есть. Какое-то все такое очень-очень мягкое. Я предполагаю, что очень-очень пахнущее. Хотя нет, не пахнет. Интересно даже. Так, что мы имеем? Мы имеем английский алфавит и мы имеем цифры. Это, я предполагаю, должно выглядеть вот так вот. Не знаю, поместится это полностью в объектив. Да. Вот так вот и помещается. Помещается, все замечательно. Вот. Вот таким вот образом это все выглядит. Значит, циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
и английский алфавит. Вот английский алфавит, скорее всего, я передам племяннице, чтобы она наконец начала учить английский алфавит. А давайте поковыряем с вами вообще, что это, как это разбивается. Я думаю, что это, скорее всего, подойдет для развития мелкой моторики. То есть это все вот так вот разбирается. То есть такие пазлы. Пазлы можно будет разобрать, и потом надо будет собрать. Вот, допустим, вот так вы раскидали, и потом надо будет как-то это вставить. Я думаю, мы это отложим до времен, когда он подрастет. Потому что пазлики очень мягенькие, меленькие. Если дать ему сейчас... Сейчас ему, правда, вообще до фонаря, что в руках держать. Но я думаю, он просто это порвет. А так, довольно-таки интересная игрушка, тем более для развития мелкой моторики, очень-очень подойдет. Еще очень приятно, что, хотя это сделано из какой-то пористой резины, оно не пахнет. Оно не пахнет, и если кому-то вдруг понравилось, переходите по ссылочкам под описанием, и можете приобрести себе такой, себе, сыну в подарок или как-то еще. И не забывайте, что под ссылочками в описании есть еще ссылки на сервис EPN Commerce, с которым вы сможете покупать с огромной-огромной скидкой. Точнее, даже не со скидкой, а вам будут возвращаться деньги с покупок. Допустим, вы купили что-то на $10, и $1.30 к вам вернулось. Вот такие еще циферки. Циферки тоже вынимаются. Цифры вынимаются. Разбирается все это. И потом можно вставлять обратно. Можно вставлять обратно. Можно это собирать вот так вот кубиками. Собирается это кубиками. Это все мягенько. Вот такой вот кубик получился у меня. Давайте попробуем вставить еще сюда. Вот такой вот конструктор, пазл, общеразвивающий, развивает моторику, развивает логику и развивает пальчики вашего малыша. Ну, я думаю, это на возраст где-то 3+, то есть 3 года и выше. Ну, вот такая вот была сегодня распаковка. Сейчас мне надо будет еще собрать этот пазл обратно. Так что я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Обязательно нажимайте на колокольчик оповещения, чтобы первыми узнавать о вышедшем видео. А на сегодня все. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Всех вас люблю, ценю и жду ваших комментариев. Всем пока, до новых встреч.